Бизнес-навыки как суперспособность. В Югре прошел федеральный бизнес-акселератор «Леди 007». Женское предпринимательство сегодня считается глобальным трендом. И Югра не исключение. О целях и результатах обучающей программы в нашем сюжете. Можете называть их «леди», «бизнес-леди». Сам Джеймс Бонд позавидовал бы красоте, умению, силе и духу этих преуспевающих женщин. В Ханты-Мансийске топ-10 югорских предпринимательниц презентовали свои проекты экспертам федерального бизнес-акселератора «Леди 007». В Югре он прошел впервые. На участие в нем заявили свыше 150 югорчанок. В течение 2 месяцев в онлайн-формате они бесплатно изучали уникальные обучающие курсы и программы. Основное наше отличие от других бизнес-акселераторов состоит в том, что у нас очень мощная коучинговая поддержка на программе. Каждую неделю предпринимательницы проходят мастер-майнды с коучем в мини-группах по 3-5 человек. В мини-группах они обсуждают свои проблемы, проблемы по бизнесу, обсуждают какие-то текущие задачи, иногда даже обсуждают какие-то свои проблемы, возникающие в сфере семьи и в личных вопросах. С приветственным словом к участникам бизнес-акселератора обратилась губернатор Югры Наталья Комарова. Она отметила разнообразие и социальную важность представленных проектов и пригласила финалистов поучаствовать в заседаниях Международного дискуссионного клуба «Евразийское объединение женщин-региональных лидеров». Тем более этим лидерам бизнес-команд есть о чем рассказать. В ходе презентации своей деятельности финалистки не раз подчеркивали важность участия в подобных проектах. Так, основательница студии спортивной акробатики Галина Каленская за время участия в бизнес-акселераторе даже успела сняться и стать победительницей телевизионного шоу. Мотивацию на такие подвиги дали тренеры проекта «Леди 007». С эмоциональной точки зрения это большой всплеск и встряска. Мы, когда погружаемся в свою деятельность, мы становимся немножечко, скажем так, зашоренными, а вокруг-то мир меняется. И пойдя сюда, это федеральный раз был проект, мне нужно было, и я в принципе это получила, это новые тренды, новую движуху. Все участницы получили ценные призы и подарки от организаторов и партнеров проекта. Женское предпринимательство сегодня считается глобальным трендом. И чтобы поддержать это перспективное направление, в округе на базе фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес» проходят специальные обучающие курсы и множество других программ для помощи в реализации женских бизнес-проектов. Мы видим, что у женщин свои преимущества именно в управлении бизнесом, поэтому мы будем поддерживать такие проекты, исходя из запросов. Большая часть финалисток – участники проекта Фонда поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес», благодаря чему они уже получили помощь и продвижение в реализации своих идей на региональном и федеральном уровнях. Успешные женщины всегда вызывают особый интерес. Бизнес – не исключение. Организаторами курса выступили Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса», ПАО «МТС», Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой бизнес».